Здесь сегодня ведется прием, женский прием, да, доктор женский, который принимает женщин. Мы их переводим рядом с зданием, основное здание поликлиники, то есть условия не ухудшатся, а сюда помещаем именно лабораторию. Вопрос здесь, как я уже сказал. Ну, надлежит нам до 1 ноября, наверное, вопрос еще однозначен. По всем делам, да. Причем закончить все до 1 ноября обязательно. Деньги нужно найти сейчас, буквально быстро. Начать ремонт, начать переоборудование, здесь потребуется кое-чего образования. Да, капитальный ремонт. И вытяжка нужна будет, и освещение другое, и покрытие стены, и покрытие пола. То есть здесь сумма-то где-то действительно 2 миллиона, да это минимум, я думаю, около этого, 2,5 миллиона рублей. Поэтому оперативненько, 1 ноября мы должны здесь все закончить, лабораторию открыть здесь. А гинекологов, поскольку есть то здание. Ну сколько реально деньги-то найти? У нас просто нет другого варианта, мы должны эту проблему решить. Насколько реально, это уже наша задача. Они должны быть найдены будут, соответственно.